люди в Украине. В 4 утра. Очень символично. Как немцы когда-то начали бомбить, так с этой стороны полетели бомбы. Тысячи погибших, кровь, жертвы, переселенцы. Здесь есть вопросы или нет? Здесь есть предмет спора? Нету предмета спора. А у христиан может быть разная точка зрения? Неважно, откуда мы родом, неважно, из какой мы деноминации. Скажите, кто-то, если ты христианин, ты можешь это оправдывать? Ты можешь находить этому оправдание? Ты чувствование Христово имеешь? Когда дети сиротами становятся, у тебя правда есть оправдание? Когда жены поубегали в Европу и не знают, кем жить дальше, потому что их мужья остались под пулями. Ты христианин, и у тебя есть оправдание этим действиям? Тогда ты не христианин. Тогда ты Христа не знаешь и чувствований Христовых не имеешь. Дело вот в чем. Когда эти события произошли, мы смотрим на поляков. Вся польская страна, каждый по-разному, показывают площадь, не знаю, то ли в Кракове, то ли в Варшаве. Тысячи христиан на коленях молятся Господу об Украине. Это достойно уважения. Народ, верующие, неверующие, всякие поляки, когда услышали просто, что в Украине человеческая беда, десятки тысяч, если не сотни, домов открылись. И люди принимают пострадавших. Это реагируют люди. Спортсмены реагируют так же. Писатели и художники реагируют так же. Организация Объединенных Наций, за исключением 5 стран, очень странных стран, единогласно обозначила, что в Украине трагедия, что в Украине беда. И только на церковных коридорах американских церквей некоторые философствуют, а так и не надо. А вот правильно, им надо дать, чтобы знали, слава кому. Народ, вы чё? Народ, вы чё? Даже если славу не тому кричали. Это того стоит, чтобы дети сиротами были? Это того стоит, чтобы женщин хоронили в братских могилах по 60 человек по церкви? Ты христианин и так думаешь, и так говоришь. Извините за мою речь сегодня. Я хочу один раз сказать навсегда. Весь мир, мусульманский, буддийский, неверующий мир, как один оценивают. Это зло, война, это беда, смерть, это плохо, это страшно. Бомбы нельзя. И только некоторые христиане на христианских, на церковных коридорах начинают философствовать, напрягать свои размышления. Это нельзя. Это неправильно. Я заканчиваю. Я хочу...